Морозы вызвали у жителей Поднебесной опасения по поводу бесперебойной доставки свежих продуктов. Китайская ассоциация производителей овощей заверила, снегопады и похолодания не оказали существенного влияния на производство и логистику. Запасов овощей достаточно, а цены будут оставаться стабильными до весеннего урожая. Там, где прошли обильные снегопады, некоторые теплицы слегка деформировались, но плоды удалось собрать вовремя, поэтому нехватка продуктов населению не угрожает. Осень в этом году была теплой, что благоприятно сказалось на урожае. Объем производства зимней капусты и редиса по сравнению с предыдущими годами вырос примерно на 30%. Это гарантирует поставки овощей и зимой, и весной. Китайская ассоциация производителей овощей отслеживает ситуацию в более чем 500 овощеводческих уездах страны. Специалисты мониторят цены на 28 видов овощей. С 11 по 17 декабря их средняя цена составила менее 3 юаней за килограмм. Мы проанализировали расценки, и они в основном соответствуют средней цене на те же овощи за тот же период в течение последних 3 лет. В свою очередь, Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР направило экспертов и профильных инженеров в регионы, где прошли снегопады. Новая цель – не просто вернуть прежние объемы производства овощей, но и увеличить их, и помочь фермерам подготовиться к возможным экстремальным ситуациям.